25 марта в административном суде Ташкента прошел процесс по рассмотрению апелляционной жалобы по иску Луизы Муминджановой против Комитета по делам религии при правительстве Узбекистана. Духовное управление мусульман Узбекистана, Министерство образования Республики Узбекистана и Исламской академии. Судья Хасанов отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Напомним, что ранее суд первой инстанции по данному иску признал правомерным решение руководства Исламской академии по исключению Луизы Муминджановой из Международной Исламской академии за посещение академии в хиджабе. Редакция «Хабархо» обратилась за комментарием непосредственно к главной героине процесса. Как это... понять то, что в стране, где больше 95% людей считаются мусульманами, а простой платок в Исламской академии запрещен. Были угрозы даже, были давления в сторону моего адвоката и его семьи. Да, мы написали письмо к муфтиату и мусульманской организации, но получили ответ, то, что запретив платок, Исламская академия не разрушает мои религиозные права. После чего мы были разочарованы, если честно, очень сильно. На самом деле мы подали заявление против мусульманской организации, потому что вместо того, чтобы поддержать меня, они явно оказались на стороне Академии и поддерживают запрет платков во всех учреждениях, в учебных учреждениях в Узбекистане. И еще во время судебного процесса они предложили мне место в Исламском институте без каких-либо экзаменов. То, что я не считаю то, что это по закону, и мне это лично показалось как взятка.